Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 7 на странице 40 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Марина играет на скрипке каждый день по 2 часа. Сколько всего часов в неделю она играет на скрипке? Каждый день по 2 часа. В неделю 7 дней. Значит, она по 2 часа играет 7 раз. Чтобы узнать, сколько это, нужно 2 умножить на 7. Это получается 14. 14 часов в неделю она играет на скрипке. Записываем ответ. 14 часов в неделю она играет на скрипке. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.